28-летняя Дарина Эрвин порадовала поклонников новыми кадрами с мужем, 58-летним Александром Цикало. Супруги повеселились на вечеринке у подруги. Художница и продюсер не скрывают свои отношения, но и не выставляют их на показ. Александр не ведет социальные сети, а Дарина публикует их совместные кадры редко. Сегодня как раз тот редкий случай, когда Эрвин показала новую порцию фото с супругом. Пара запечатлена на праздновании дня рождения подруги. Дарина и Александр позировали за столом. Брюнетка эффектно смотрелась в сексуальном платье с глубоким декольте и цветочным узором. Цикало выбрал стильную черную рубашку. Супруги обнимались и нежно целовались. Многие не верят, что у Дарины искренние чувства к мужу, который намного старше нее. Однако супруги не обращают внимания на пересуды. Александр рядом с молодой женой похудел и похорошел. Продюсер обожает брюнетку и балует ее дорогими подарками. Эрвин часто изображает на своих полотнах обнаженных мужчин и женщин. Сама она тоже нередко позирует перед камерой топлес. Недавно девушка рассказала поклонникам о своей жизни. Александр за деньги забрал свою фамилию у экс-супруги. 35-летняя Виктория вновь стала галушкой.